Всем привет! Сегодня на обзоре такой вот Powerbank. Это Powerbank Eachine ES350. Powerbank имеет в комплектации USB кабель, коробка и сам, естественно, Powerbank. Сзади вот написано ES350, литий-полимерная батарея 4000 мАч, выход и вход здесь 5 вольт 1 ампер. В этом видео мы узнаем, насколько честные амперы в Powerbank, стоит ли его покупать, и вот посмотрим на него внешне. Есть здесь такая зацепка, куда что-то куда-то прицепить, дырочка вот. Также здесь есть 4 индикатора, которые показывают, насколько заряжен или разряжен данный Powerbank и заряжает ли он вообще. Кнопок механических никаких не вижу, может только если продавить, но по-моему я его так только сломаю. Здесь как бы якобы псевдоводозащита, ну от ударов я думаю защитит. То есть если мы вот так вот его просто бросим куда-то, вот будем бросать, то я думаю с ним ничего не случится. О, кстати, он включился, это отлично. Как видим, вот индикаторы горят синим цветом. Также вот тут прорезинено все, вот можно оттянуть, показать, вот все здесь прорезинено, и каждый вход в Powerbank также прорезинен. Здесь есть USB вход-выход, вот USB выход, USB вход, мини обычный, и он тоже прикрыт резиновой заглушкой, дабы влага, пыль и удары не влияли на него. Теперь попробуем зарядить его, вернее разрядить в ноль, зарядить его полностью на тестере и попробовать с него зарядить что-нибудь и посмотреть, сколько миллиампер выдаст эта зелененькая кругленькая повербанчина. Поехали. Я полностью разрядил данный Powerbank Eachine и попробую его зарядить с нуля по полную. Посмотрим, сколько в него влезет миллиампер час. И сделаем с этого вывод. Так, при зарядке нашего Powerbank Eachine у нас зашло в него 4379 мАч. Средняя скорость заряжания была примерно 0,5-0,08 А. То есть, в принципе, Powerbank честный. Сейчас же попробуем мы его разрядить. То есть вот мы его зарядили полностью, сейчас попробуем разрядить на примере зарядки моего планшета. Посмотрим, на сколько миллиампер он зарядит планшет. Поставили заряжаться планшет, зарядка поехала. И сейчас увидим, сколько выдаст он на планшет. Напоминаю, что потребление планшета 5 вольт 2 ампера. Выжать с данного Powerbank Eachine мне удалось максимум 3153 миллиампера в час при зарядке планшета. При том, что при заряжании пришлось частенько передергивать, поскольку зарядка иногда сама по себе прекращалась, что есть минусом. Брать своих денег это примерно 7-8 долларов он стоит. Если нужен такой недорогой, и в принципе я бы сказал, что он медленный Powerbank. Всем пока!